Номер 52, Коломеец Валерий, город Киев. Номер 74, Каменец Подольский, Савицкий Николай. Номер 100, город Киев, Павлишин Сергей. Номер 140, Ярмоленко Александр, город Киев. Абсолютный чемпион Украины прошлого года. Карпух Николай, город Киев, 182 номер, чемпион мира, чемпион Украины. И номер 183, из города Умани, музыка Эдуард. Спасибо. Внимание, спортсмены, пожалуйста, обязательно позирование, оценка пропорций. Ноги вместе, пожалуйста. Вот так, вид спереди. Направо, пожалуйста, вид сбоку. Спасибо. Еще раз, пожалуйста, направо, спиной. Спасибо. Направо, пожалуйста, еще раз. Спасибо. Достаточно. Еще раз направо. Спасибо. 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 Внимание, спортсмены! Разомкнитесь чуть влево-вправо. Внимание, спортсмены, двойной бицепс спереди. Спасибо, спасибо, спасибо. Грудь широчайшая спереди. Спасибо, достаточно. Грудь, бицепс сбоку. Спасибо, достаточно. Спиной, пожалуйста. Широчайшие мышцы спины сзади. Спасибо, достаточно. Двойной бицепс сзади. Спасибо, достаточно, спасибо. Трицепс сбоку с произвольной руки. Трицепс с произвольной руки. Спасибо, спасибо. И, пожалуйста, пресс бедро. Спасибо, спасибо, нормально. Отлично. Спасибо, спасибо. Внимание, два шага назад, пожалуйста. Два шага назад. Внимание, спортсмены. Вас 6 человек. У нас должно остаться 5. Пятерка. Поэтому сейчас судьи сделают сравнительный раунд. Объявим пятерку и потом продолжим соревнования. Вперед вызываются номера 100, 140, 182. Остальные пока отдыхают. Thank you.
Спасибо. Грудь широчайшая спереди. Спасибо. Спасибо. Грудь бицепс сбоку. Спасибо. Достаточно. Спасибо. Спиной, пожалуйста, широчайшие мышцы спины. Спасибо. Достаточно. Спасибо. Двойной бицепс сзади. Спасибо, спасибо, достаточно. Ребята, трицепс произвольной руки. Спокойно, спокойно. Трицепс произвольной руки. Еще две позы. Спасибо, спасибо, достаточно. И пресс бедро. Заключительная поза. Окей, спасибо. Достаточно. Ребята, встаньте, займите во второй ряд, займите свои места. Сейчас судьи подобьют оценочки. С этой категории, я надеюсь, что все уже понятно. Вот мы с вами. Спортсмен под номером 183, музыка Эдуард. У него сегодня день рождения. Поздравим именинника. И наши партнеры приготовили ценные подарки, которые имениннику вручит Бабчук Сергей от наших партнеров. Мы поздравляем именинника, желаем ему дальнейших успехов, благодарим за выступление. Итак, да, стоп, ну прямо на пол поставь, Эдуард. Окей. Хорошо, внимание, ребята, я объявлю тех, кто останется финалисты, вернее, финалисты покинут сцену, подготовятся к дальнейшей программе. А выбывшего спортсмена мы наградим памятной медалью и дипломом. Итак, остаются, вернее, покидают сцену и борются дальше. Номер 52, 74, 100, 140, 182. А наш именинник получает диплом и памятную медаль за свое выступление на нашем сегодняшнем кубке. С нашими наилучшими пожеланиями, с поздравлением ко дню рождения. И надеемся, что на следующих соревнованиях город Умань, музыка Эдуард, именинник. Смотрите, сколько подарков уносит именинник и просто участник нашего сегодняшнего турнира. Спасибо, спасибо. Итак, произвольная программа, пожалуйста. Номер 52, Коломеец Валерий, город Киев. Номер 52, музыку, пожалуйста. Коломеец Валерий, город Киев.
студент под номером 74. Савицкий Николай, Каменец-Подольский. Спасибо, спасибо, Николай. Следующий спортсмен под номером 100 из города Киев, Павлишин Сергей. Спасибо. Следующий, номер 140, Ярмоленко Александр, город Киев. Саша лучший! Отлично. Номер 172, Карпук Николай. Чемпион Европы WBBF. Спасибо, Коля.
замечательное выступление. Итак, ребята, приглашаем вас всех назад на сцену. Окей. Спасибо. Спасибо, ребята. Отлично. Вперед выходим на первую линию. Вот видите, где первая линия? Становимся сюда. Вот, хорошо, отлично. Пожалуйста. Двойной бицепс спереди. Внимание, судьи, вы не имеете права на ошибку. Очень плотная категория, высокий уровень. Спасибо, спасибо. Грудь широчайшая спереди. Грудь широчайшая спереди. Спасибо, достаточно. Грудь, бицепс сбоку. С произвольной руки. Отлично. Спасибо. Спиной, пожалуйста. Широчайшие мышцы спины сзади. Спасибо, достаточно, спасибо. И, пожалуйста, двойной бицепс сзади. Спасибо, достаточно, спасибо, достаточно. Итак, трицепс с произвольной руки. Спасибо, достаточно. Спасибо. И пресс-бедро. Последняя поза, пожалуйста, ребята. И идем, ожидаем награждения. Отлично. Спасибо, ребята. Спасибо. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Итак, номер пятый. Коломиец Валерий. Пятым становится Коломиец Валерий. Номер 52. Поздравляем Валерия. Медаль, трофей, диплом участника, финалиста. Замечательно. Не с пустыми руками, Валерий, покидаете турнир. Все нормально. Номер 74 становится четвертым. Савицкий Николай. Коломиец Подольский. Замечательная команда из Каменец-Подольска, хорошая. Несколько спортсменов, все хорошо подготовлены, приятно порадовали. Спасибо, спасибо, ребята. Третьим становится спортсмен под номером 100, Павлишин Сергей, город Киев. Ну, Сергей, таким спортсменам не стыдно проиграть. Хотя это не проигрыш, это просто так места расставились. Спасибо, спасибо. Итак, вот, вот он момент истины. Два матерых волка, две звезды украинского бодибилдинга. Ну как же, кому же отдать предпочтение? Но судьи приняли сложное решение, ребята. Надеюсь, что на вашу дружбу эти решения не повлияют. Правда, Николай? Правда, Саша? Александр Ермоленко, серебряный призер Кубка Украины, номер 140. Как говорят, ноздря в ноздрю. Николай Карпук оказался более дерзким и более смелым и вырвал победу. Первое место Николай Карпук, обладатель Кубка Украины в категории до 90.